Холушки Амигос, снова вы, снова я, и мы спешим смотреть, что же нового ввели разработчики в переиздание Dark Souls 2 на новой графике, на новой всей фигне. Что это? Настройки управления. Игру мне было интересно с самого начала. Блин, оценят, вернее, ну в любом случае переоценят свое переиздание. То есть, я посмотрел, по-моему, 1000 рубасов она стоит. Естественно, что мало кто хочет покупать те же яйца только в профиль и снова их оплачивать. Ой, а заставочка-то, по-моему, новая. Вот такого не было. Там был какой-то рыбак на берегу, который падал в водоворот. А теперь какой-то усталый путник прилег отдохнуть погожим днем под кронами березы. Может быть, они теперь заставками прольют хоть немножко света на сюжет? А нет, вот это уже было. Сюжет — это, конечно, слабое место второй части игры. Потому что вот эти мутные призрачные фразы, которыми заканчивается игра, как бы вообще ни о чем. То есть главное, что надо понять во второй части, это то, что вот этот мир Dark Souls'ов — это круговорот бесконечных реинкарнаций. То есть во второй части ты встретился снова с теми же боссами, которые теперь просто в новом обличии. Красноречиво о годности сюжета говорит то, что говорит Вендрик после того, как ты собираешь три короны. То есть, грубо говоря, он тебе говорит, что ты молодец, возьми с полки пирожок и иди в жопу, все. И в итоге из трех корон создается одна, которая ровно такой же убогости, как ее предыдущие три сестрички, блин. Да, немного по-другому начинается эта часть. Но, в общем-то, сути не меняет. Переставили разработчики местами некоторых мобов, а некоторые мобы выучили новые приемы, возможно, боссы. Но главное — это, конечно, то, что появился новый директ в игре. Но я думаю, что не стоит сразу ждать того, что новая графика поразит вас в самое глазное яблоко, как это было в метро 2033 в переиздании. Тоже многие включили и не поняли вообще, в чем разница. А, вот он плывет в воронку. Я просто этот длиннющий мультик смотрел только один раз, когда впервые игру запустил. Все, потом больше мне его не хотелось еще раз рассматривать. Хотя нет. Какое-то дерево теперь. Дерево первородного греха появилось в заставке. Не, это определенно что-то новое. Задумывая черные дела, а? Да нифига ж себе. А вот теперь водоворот, наверное, появится, да? Все-таки загадочность вот сюжетная Dark Souls'ом очень шла. Особенно, конечно, в первой части, где... Или было это, хер поймешь. Еще, кстати, мне кажется, что одной из причин не покупать эту игру для многих станет протестное настроение против того, что Bloodborne вышел эксклюзивно для плойки, как бы, а переиздание Dark Souls кинули, знаете, как детям, да, чтобы они не слишком плакали с обиды из-за того, что они не смогут поиграть в Bloodborne. Вот вам за 1000 рублей Dark Souls, играйте на здоровье. То есть, ну, чисто отвлечь. Не прокатит, по-моему, нет. Он отправился к утонувшему богу из Игры Престолов. Круто. Белая мантия полого мага. Так. Да-да-да, тут мы знаем, что он очнулся на этом алтаре и внимание, новая графика, ну. Ну, блядь, да нахуй. Я скипну, пожалуй, потому что я больше не могу ждать, пока он встанет. А, подождите, так, настройки игры.
Давайте убедимся, что все стоит максимально. Где у вас график, да? Че это такое? Ось какая-то, блин. Настройки графики, вот они. Полный экран, то хорошо. Так, поле высоко. Ультра есть, нету. Высоко, вкл, выкл, высоко, сильно для всех персонажей. Сильно. А, все вроде как, больше ничего тут нельзя. Все и так, в принципе, стоит высоко. И я вижу уже, что изменилось. Я вижу, что вот теперь свет, он стал более такой... лучами как бы и трава стала выше, и небо зеленее. Нет, ну серьезно, вот лучи света, вот это то, что добавили. Это то, что добавляют при изменении графики сейчас. То есть более объемный свет, или как это назвать. То есть, когда говорят, что улучшают графику, там, ну, вот, в частности, как это было с метро, вот там именно вот свет везде появился. Единственное, что стало по-настоящему заметно, что когда там ходишь в библиотеку, там реально видно, что пыль, свет, вот эта игра теней, очень круто смотрится. Здесь пока в темноте-то этого не оценить. Но три бабуськи, они говорят, что давай вспоминай, как тебя зовут. Да какая разница, как меня зовут, пусть будет вот так. Хорошо, готов, окей. Блять. Хорошо, пусть будет я дно. Ну, устраивает. Главное, окей, на джойстике игра не принимает до сих пор. Вот как это было раньше, так и здесь, что надо мышкой именно на хорошо нажать. А, значит, в настройках внешности единственное, что надо менять, на мой взгляд, это торс на более накачанный, естественно. И класс, и дар. Я не буду выбирать... А что за херня? А, во. Я не буду брать... нищего, потому что это понты все на самом деле. Если в первой части нищий был... хотя, да, давайте, нет. Нет, да, давайте, нищего. Блядь, это что такое? Если в первой части игры нищий начинал с голой жопы и действительно с голой жопой долго-долго бегал, то теперь и в этой части он начинает с голой жопой и будет долго-долго бегать. А, вообще-то в оригинальной игре какие-то тряпки были с самого начала, он был одет. Ну что ж, хотя бы человечность есть, я в облике человека. И это изменение, это первое заметное изменение, которое я вижу. То, что я должен был быть с голожопой абсолютно. Ну, в смысле, нет, я должен был быть в черных поношенных лохмотьях, которые хоть какую-то защиту, ну, давали. Но вообще, то, что ты выбираешь в начале игры нищего, означает то, что ты должен... Ну, либо ты супер-про-геймер и все равно рашнишь, либо то, что ты должен идти проходить обучение, чтобы хоть что-то, какие-то шмотки себе выбить. Да, вот поэтому я не хотел брать нищего, но потом еще скажу, что я днище. Теперь боксировать с этими уродами здесь. Хуже всего то, что у нищего так мало статов. Я знаю, где здесь недалеко лежит пушка нормальная, но я ее не смогу взять, потому что силы нет еще. Из них ничего здесь не падает, сука, ни хрена. Так, наверху вот там есть чудо-гроб, в котором можно полежать и поменять пол персонажу. Редкостная фигня. И охраняет его злобный бегемот. Я знаю в начале игры, что здесь лежит. Я знаю, что я прошел кольцо какое-то там, которое охраняет бегемот, пару там душ. Поверьте, я знаю, просто мне это все нахер не нужно. Кольцо говно. Это что за каменный столбец такой? Кольцо говно, добраться сложно. Души исключительно осколки, их мало. То есть... слабый какой-то там приз. И бонус. Да, ну с кинжалом-то повеселее стало их убивать. Но не очень. Кстати, а где мой дар? Я же выбрал нечто окаменевшее. А, вот оно. Опа. А ты кто такой еще? Да, ну... кроме пока что шмоток стартового и небольших изменений графики. Ну, хотя, в принципе... как сказать, небольших. Она стала, ну, приятнее глазу выглядеть.
Вот изменений больше так-то пока не видно никаких. Обещали переставить, ну я уже говорил вроде, переставить мобов, дать им новые движения и удары некоторым, пересмотрели политику сложности. Те места, которые казались безопасными, стали теперь опасными. И вот хотелось бы посмотреть на эту фишку главным образом. Так, все мы знаем, что здесь пасхалка, надо ей выкинуть вот это. Да на, пожалуйста. И что, интересно, бог нам послал, ну... Демонический молот, дерьмо. А, я хотел бич, который бьет по нежити. Потому что демоническим молотом пользоваться я смогу очень не скоро. Потому что он, сука, требует очень дохера. Па-бам, 50 силы. А, я на новой игре плюс его только одеть смог, по-моему, чтобы нормально им драться. Это полная вафля. Я думал, что они обновят какие-нибудь пасхалки-то по случаю переиздания игры. Душа безымянного солдата, да. Ну, видите, да, вот эти души, которые почти ничего не дают. Все это все понятно. Надо идти вперед и смотреть. Я, в общем-то, и полез-то сюда только, чтобы кинуть нечто окаменевшее в это гнездо и посмотреть, что же вывалится. Если говорить, сравнивать две части Dark Souls, то мне первая понравилась больше, она была сложнее, она была запутаннее и непонятнее, и локации там были более продуманные. То есть все локации в игре пересекались, ты мог пойти в одну сторону и оказаться в середине другой локации, или вообще в конец как-нибудь там вывалиться, просто непонятно. Ну, есть скоростное прохождение, там за час, по-моему, или за 40 минут игры проходится, там показано дикое количество срезок, куда как надо прыгнуть, чтобы что-то там взять, залутать, а ключевые моменты. То есть в игре, получается, боссов-то всех убивать не обязательно, достаточно парочку там, парочку тут, и все готово. Хотя в первой части, да, только в начальных только чувак убивал, потом дальше он не убивал уже никого, просто шел и все. А здесь тоже локация, ну, тоже начинаешь, как и в первой части, в середине локации каких-то там. Кто играл, тот помнит, что там идешь вниз, натыкаешься на бессмертных неуязвимых привидений, которые тебя вламывают, идешь на кладбище, там скелеты, которые воскресают, тоже тебя вламывают. Вот. Здесь тоже, в принципе, начинаешь на пересечении дорог, но в конце, на какую дорогу бы ты бы ни шел, тебя ждет тупик. Тупик и ничего больше. То есть, ну, там костер, телепорт, ты телепортируешься. Все, здравствуйте, вот он я. А там вот именно, что выходил в какую-нибудь другую локацию. Там не было такого, чтобы ты шел-шел, уткнулся в тупик и все. И из-за этого там было вообще непонятно порой, куда идти. Вот игра вообще не запаривалась ни карты, ни путеводители, ничего. Куда как хочешь, так и ходи. Здесь все более линейно. Просто идешь вперед и делаешь правильно. Все. Так, я помню, что здесь какие-то прикольные штуки лежат везде. Ковенанты мне не нужны, потому что это пиратка. Найти бы каких-нибудь шмо... А, самое важное забыл, да. Осколок фляги. С эстусом, который здесь хитро-хитро спрятан. И эстусов стало 2. Ну, блин, господи, ну выносливости вообще никакой в начале игры нету. Это жутко бесит. Я вообще хотел сразу пойти туда и убить драконьего всадника, на самом деле, там, где эти гиганты, но только не в трусах, естественно. И... Не в трусах и не с кинжалом. И... Во-вторых, а здесь в руинах лежит кольцо Кларантии, насколько я помню. Это очень важный предмет. Итак, ну, придется пойти в нублокацию, которая вообще, в принципе, не нужна. Вот это вот, куда я иду, и не нужно убивать пня, который здесь босс и преследователь. Это вообще локация просто так. Вот только в конце игры надо сюда прийти с кольцом, если они ничего не изменили. С кольцом и вселиться в труп гиганта, чтобы пройти в нужный мир. Все, больше эта локация ни зачем не нужна.
Единственное, чем радует пиратка, это отсутствие вот этих надписей на полу. Вот, политика игры странная довольно, что позволяли свободно писать подсказки тут всякие. Ну, я играл в DLC записывал на лицухе Дариной. Вот, там можете посмотреть, если не видели. Я основную сюжетку, я вот на удачу, что я не записывал, теперь, в принципе, я смогу пройти обновленную за летсплей, если будет некоторое количество зрителей, которые захотят это смотреть. Вот. И, собственно, при этом я смогу заметить все, что изменилось. Что это как бы мне... Господи, чудом, блядь, просто ногтями на пальцах ног герой зацепился. Душа пропавшего мертвеца, косточка охренения. Классный лут. Опа-на. А чё тут бегемотище ходит? Вот чего не было, того не было. Это бегемота вот здесь не было. В начале этой игры. Чё, с ума сошли, что ли? Ах ты, пидорас. Откуда ж ты... Блять, а другие удары. А вот они. Шлем полупехотинца. Один глаз на бегемота, потому что, сука. Он тут явно не просто так. А, вот оно, тряпье. Оно просто снятое, блять. А чё не одели-то? Ну, так неинтересно. В прошлый раз, по-моему, он в тряпках появлялся и в тряпках бежал к этим бабкам. Напишите, если вы знаете точно. По-моему, было так, насколько я помню. Так, ну, понятно, что мобов добавили. Мобов непростых. А взяли и в начало кинули бегемота. Которого, в общем-то, несложно обойти, поэтому он роль-то особо здесь не играет. Ты посмотри какой, а. Да, Интересно, в какой части Dark Souls персонаж научится лечиться на ходу, а? Это как в Resident Evil, где долгое время персонажи не могли ходить и стрелять одновременно. Я вот могу пить на ходу, есть на ходу, я все могу на ходу сделать. Откуда у вас тут столько вообще, признайтесь? Но я хочу сказать, что они очень мало дамага наносят. Наверное, потому что я делал эти тряпки. Которые дают мне неслыханную защиту. Душа павшего мертвеца. Очень классно. Смотрите, как я его в землю вколотил своими могучими ударами. Вот это новая графика. Вот видите. Вот раньше такой херни не было. Да не, гоню, конечно. Здесь графика, как я уже сказал, игра света и тени в основном, потому что игра-то не на новом движке вышла, а просто Direct обновили. Кого-то тут не хватает. Здесь сидел рыцарь Хейда, или Хейна, белый такой, с ведром на голове. Нет, то, что эти товарищи встают, это ничего нового. Как я его кровожадно добил. Интересно, они рыцарей вообще убрали или что? Их и так было мало, их было три на игру, и очень трудно было. То есть вообще комплект этих ублюдков можно было выбить только на новой игре плюс. Вернее, на обычном прохождении с них падали вроде как только оружие, а на новой игре плюс начинали падать доспехи. Сломанный меч. Сломанный меч, наверное, лучше, чем нормальный кинжал. Хотя, смотря покуда обломали. Да, трупы что-то здесь как-то странно лежат. А это что за... Это у меня пукан бомбанул или что? А, сучий подрох, там же наверху стоят. Еще сломанный меч. Здесь целое что-нибудь будет когда-нибудь? Интересно. Блять, куда кинжал-то пропал?
Причем смотрите, смотрите, что с трупами творится. Они каждый второй ложатся в какую-то совершенно дикую позу. Этот чуть ли ртом ему на шишку вообще не упал. Видимо, в игру добавили юмора, да? Таким образом. Опа, кинжал под угрозой поломки. А паузы в игре нет, если кто не знает. Я не могу вот прямо сейчас взять его и убрать этот кинжал. Отлично, отлично. Когда ты начинаешь пропускать здесь от кого-то комбо, ты пропустишь его полностью, скорее всего. Так, где там эти сломанные мечи? Эту херню я еще пока не могу носить, потому что больно слабенький. А, я не буду играть магом, я никогда не играл в Dark Souls магом. Мне не нравится, как работает здесь магия, что нужно взять в руки этот колокольчик, блядь, только потом сможешь что-то накастовать. Меня это дико взбесило в свое время. Бум, блядь, мне по каске. Ну давай, ублюдок. Я что-то не помню, чтобы здесь кто-то мне навстречу с лестницы спускался. Ускоримся. Так. Там наверху вообще-то лежал... Только наверху сломанный меч лежал. Я помню хорошо, что здесь первое мое оружие, по-моему, кроме кинжала находилось. Теперь здесь какие-то души. Вообще все стало более ярко и сочно. По-моему, было как-то более по-бледно. Возможно, это только кажется. Возможно, что мне кажется, что этот чел очень живучий. По сравнению со своими братьями-дегенератами. Да, прыжок все-таки в Dark Souls один из самых неудобных. А, короткий меч здесь, да. А, дело в том, что нужно... В первой части нужно было вдавливать стик во время бега. А, у меня не хватает чего-то. А здесь нужно нажимать на спринт второй раз, чтобы он прыгнул. И при этом в игре абсолютно практически не задействована кнопка А. Она же зеленая, это кнопка действия. А почему нельзя прыгать во время бега на нее, когда ты не подходишь ко всякой фигне, я не знаю. А я на клаве играть вообще даже не пробовал ни разу в жизни. Мне интересно, работает ли там на пробел прыжок. Что было логично. Хотя, может, там спринт на пробел, не знаю. Если вы играете на клаве, напишите, как там вам. Какое примерно управление и удобно ли оно. Потому что я считаю, что только самоубийцы играют в эту игру на клаве, но со мной почему-то некоторые спорят постоянно на эту тему. О, щит, наконец-то щит. А, и где он? Вот он. Люблю играть именно со щитом, хотя я видел, что играют некоторые с двумя стволами, чтобы наносить быстрее удары. Но по мне так лучше лишнюю атаку суметь заблокировать. Хотя, в принципе, логика есть, потому что на битвах с боссом щит тебе помогает крайне редко. О, нижний брейк, видели? Слава богу, прекратился. А то бывает, знаете, что трупы падают и включают вечный двигатель, начинают колбаситься, еще что-то. Тоннельчик. А, да, здесь так оно и было все. Просто думал, вдруг босса поставили. Вот ты тип. Засада не удалась, откровенно говоря. Метательный нож. Опа. Опа, блядь. Нихуя себе. Зато вот эта засада удалась. А, удары через стену проходят, я заметил. Сейчас прошел. У них, не у меня. Мой меч от стены-то отскочит сразу. Причем еще и портится он от этого. Отлично, два пропущенных. А вот эта смерть моя летела. Если бы попала. Блять, отличный нахуй удар. Вот то, что здесь меч звякает об стены, это бесило меня пол игры примерно. По горбу топориком. Ай, как хорошо. Сапоги пешего пехотинца. Это изумительная вещь, конечно. Но, блин, лучше бы аптечки выпали. А это, причем, еще и не первый мой лут. С этих пехотинцев. Сапоги, в смысле, конкретно. Что-то я провафлил, когда я их взял.
Да. По-моему, что-то очень быстро у меня мечи ломаются. Просто дьявольски. 1800 душ. Не просрать бы. Это уже... Опа! 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 Да ну нахуй. Что-то не припоминаю тут вот этого товарища. Блять. Аптечек нет, ничего нет, сука. Давай-ка выйдем на открытое пространство, силушка померимся. Потому что, блядь, в коридорах в узких драться в этой игре, это, блядь, просто нахрен геморроидальная боль. А они сюда и не идут. Делать им нехуй. Лежачих в этой игре не бьют, как вы заметили. Почему-то. Ну, есть оружие, которое добивает лежачих, но не все. Так, а тот уже куда-то усвистал. Да, не получилось с богатырского замаха его добить. Что полный отстой. По-моему, врагов стало больше примерно раза в два сейчас в игре. Раньше они как бы не нападали такой галтелой толпой. Это при том, что я не в первый раз играю в эту игру, и что у меня, в принципе, хоть какой-то скилл, но он уже есть. И все равно трудновато что-то как-то идет. Метательный ножик-то дамажит. Причем неплохо так дамажит. Ой-ой-ой. Метка кинул-то. По-моему, ты сдохнуть забыл, дружище. Ну был же хэдшот. Ой-ой-ой. Ой. А это кто стреляет? Вот этого лучника на стене точно не было. Здесь было всего два врага. Баклер. Что за баклер? Щит вроде, да? А. Блять, да почему? Лучник пристрелялся таки, сука. Через 5 минут. Самоцветик жизни. Блин, как задолбало, что они вываливаются из слота, когда кончаются. Ты подбираешь новый, тебе надо его снова в слот заправлять, чтобы использовать. По-моему, герой светится какой-то аурой светлой, что ли. Я иду и опасаюсь, что и где они здесь могли поставить, чтобы не сдохнуть. Но этот был. Эту крысу мы знаем. Быстрая кровавая расправа. Колдовская урна. Это да, это загадочный предмет. Здесь лежал, а здесь был костер и бабка. А теперь тут дракон! Нет, никого нету. А бабка и костер, все на месте. Хоть что-то не меняется в этом мире. Так, мне нужно... А что-то я не понял. Да-да-да, левел-то не у костра качается. Давненько не играл. У нее на самом деле продается один единственный стоящий предмет, это вот эта шляпка. Которую до поры до времени стоит купить и поносить на голове. Видите, какой аристократ с моноклем стал. Но зато вот реально в начале игры шмотки падают очень хорошо, когда ты носишь эту штуку. А здесь пока что закрыто. Да-да-да. На самом деле, слетать бы левел прокачать, но мне пока и качать-то его не на что.
Так, дорога пока только одна доступна, это вниз. Да, блять, да какого хуя, что это был за рывок? Я должен был его просто добить уже сейчас, он должен был сдохнуть. Но почему-то он решил мне этого не делать. Да, неплохо. Вот это, видимо, и есть тот лишний, те новые удары, которым они научили. Блять, пизда человечности, это вообще расстраивает. И игра теперь грузится намного дольше, я смотрю. А я смотрю, что очень долго теперь грузится. Она вообще, блядь, загрузится сегодня, нет? Чё за херня-то? Обалдеть. Да, я даже запись остановил, где-то минуты две, наверное, она прогружается. Так, ну чё, матч-реванш. Да. Вот опять я зашел в этот узкий кабинет, блядь. Да-да, убей меня еще раз, чтобы я охуел. Многие, наверное, в этой игре и любят пику, потому что она бьет вперед, и не важно, что ты в узком пространстве. Что-то дамага герой вообще не наносит. Так, внизу были огненные саламандры. Это никуда не делось, они там и сидят. Маленькие огненные мрази. Этот пассажир тоже встает. Пихнуть его вниз тоже вариант. И что-то я немножко сейчас застрял на краю, а он, походу, от падения с высоты не сдох нихера, да? Потому что что-то мне вроде как душ-то за него не дали. Здесь нападал какой-то хмырь. А вот он раком стоит. Ждет, когда же ему вонзят чего-нибудь между его тощих булок. Лобысь. Тут тоже все закрыто. Вот в начале игры вот все двери закрыты, потом тебе где-нибудь в середине дают какой-нибудь ржавый ключ, и ты начинаешь метаться и пытаться понять, куда что это говно открывает, блин. Так, ну туда я не попрусь, потому что мне впадло. Там какой-то. А, там, бля. Нихуй. А. Они черепаху тут поставили? Понятно, до свидания. Как, блядь? Я смотрю, что здесь прозрачных стен стало, блядь, в три раза больше, чем было, а их не было вообще. Теперь персонаж постоянно во время ходьбы на что-то натыкается, блядь. Тупит, тормозит. Факел. Факел — это вещь. Особенно. Но ценить эту вещь начинаешь только когда попадаешь на уровень, который называется помойка. Какой у него матросский замах такой долгий был вообще, блин. Давай, пора сдохнуть. Что-то мне ни хрена не выпадает, несмотря на то, что я в этой шапочке долбанный. А этот откуда взялся? Не-не-не-не-не-не-не! На тебе по жопе. Камера что-то чудит, я смотрю. Я чуть, блядь, не утонул за нее. Да ёб твою мать! Сука, этот хуй вниз, походу. Блядь. Пошел в жопу.
Блять, одни лучники, ёб твою мать. До свидания. Да ну нахуй! Блять, в сотый раз повторяю, что прыжок в Dark Souls и говно, блять. Вот, сука, худший прыжок в играх — это Dark Souls, блять. Этот прыжок, он, знаете, он как одолжение, блять, персонаж тебе делает. Что ему, блять, прыгать не хочется, но, в принципе, блять, на 2 сантиметра от земли оторваться можно, блять. И то, если ты успеешь, нахуй, нажать ту ёбнутую, абсолютно ёбнутую комбинацию, блять, из кнопок, нахуй. Сука, блять, игра сложная, еще и управление наебашено, блять. Уёбищная, чтобы, блядь, совсем все хуёво было. Ну почему вот он сейчас не бежит, блядь? Спринт, вот спринт и раньше он, блядь, включался исключительно по желанию персонажа. Ты можешь, блядь, на кнопку минуту давить, и он только потом спринтовать начнет. Заебал, сдохни нахуй. Ну. Я не понимаю, где лут, блядь? Какого черта он не падает? Файтинг все-таки немножко деревянный. Видно, что кто первый начинает спамить ударами и попадает при этом, тот, собственно, бой и выиграет. Я все равно буду пытаться рашить, потому что очень много врагов, и они дохнут вообще нехотя абсолютно. А где сейчас этот лучник? Ах, хер его знает. Ага, это мы помним. Блять, я уже думал, магия какая-то в меня летит. Я чуть не нахрен кирпич не отложил. Так, и вот этот придурок, ради которого сюда надо было идти. Диалоги абсолютно в игре неинтересные, блядь. Они имеют какой-то философский характер, блядь. О чем говорят они, непонятно. Поэтому можно их смело скипать нахрен. Херам собачьим. И бесит то, что с каждым персонажем надо говорить до упора раз 50, прежде чем он тебе даст какой-нибудь предмет или что-то важное скажет. А ты кто такой? Давай катапультируйся отсюда. Янтарная трава. Ух, наверное, пробирает. Да, начало у этой игры, конечно, вот это вот здесь по руинам бегать, оно конкретно на любителя, оно меня даже немножко подрастроило, потому что оно очень похоже на первую часть. Я думал, ну и чё, блин, опять эти, блядь, какой-то замок, что-то. Все разрушено, мобы те же самые. А, в общем-то, новизны в игре какой-то абсолютный минимум. Они просто... В одном месте я вижу, что поставили бегемота, в другом месте я вижу, что поставили черепаху. Как я их называю. И на этом вроде как все. Да, заебись. Ага. Откуда-то он за мной пришел же. И сам упал. И я упал. И я сдох, блядь, от того, что я упал. Вот у меня падение с высоты — это дамаг, блядь. Моб упал с высоты — это похуй. Да, блядь, так тут можно долго дрочить в этой игре, я вам хочу сказать. Вот, блядь, вот именно в начале вот зацепиться за то, что... За свои души, блин, не дохнуть, а пойти и прокачать что-нибудь на них. Это, блядь, великая задача, блядь. Пока твой персонаж лох, ничего не может ни одеть, ни носить, блядь. Вот поэтому за нищего играть — это настоящая, блядь, геморрой. Она просто удлиняет твою игру в начале. Она более, блядь, раздражительная какая-то, что ли. Да пошел в жопу.
Еще, блядь, и еще, и еще. И одни и те же, и раз за разом. И в дверях твой меч начинает биться. А наличники. И, сука, и вообще, блядь. И нихера, и ничего с них не падает. Да что за порнуха там происходит? Вот то, что с них ничего не падает в этой шапке, это просто, блядь, просто бесячая на самом деле хуйня. Я помню, что как только я надевал этот шлем, мне с них доспехи просто сыпались, а теперь ничего я не получаю. Собственно, нахера я тогда купил это говно за 800, и зачем я его, блядь, ношу на своей голове, если я могу носить броню, блядь, вместо нее? Непонятно. Нож бандиты рекламируют игра, но поскольку я завязал телепорт, сейчас опять будет долгая загрузка, я так понимаю. Нет, значит, в этот раз быстро. Наверное, мобов долго воскрешали, поэтому долго игра грузилась. Да, 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 могущественные, блядь, души, заткнись. Так, мне что надо? Силу. В первую очередь силу, чтобы я мог хоть что-то надевать, что-то носить. Еблись, все мои души ушли. Теперь я смогу взять баклер, да? А, тут ловкость нужна, да. Ни черта я не смогу взять, ни Моргенштерн, ни длинный меч. Ничего нужного. Ой, а пойду-ка я, блядь, в другое место схожу. Заманали эти руины, вот честно, говно. Наверное, самая унылая локация в этой игре, это вот начальная, вот эти вот руины, скелеты, блядь, что-то там все закрыто, нахуй, ходишь, бродишь, блядь. Пойду гляну, что здесь есть интересного, нового. Странно, что они здесь мобов не напихали, обещали же. Что безопасные места станут опасными. Ну давай ты, что-то как рахит-то, сундук 2 часа открывает. Алый круглый щит, вон. Это надежда на то, что я его смогу носить. Смогу, и он даже лучше, чем мой кусочек дерьма, который я таскал. Сломанный меч вора. Странный предмет. Что значит, интересно, меч вора? Меч, которым он в замке ковырялся. А что это? А, вот куда они рыцаря Хейда посадили. Со стрелой в глазу, но он жив. Бля, а вон еще один сидит. Что-то кучно они их понасажали здесь, я так понимаю. Раньше было 3 на всю игру, здесь 2 сразу сидят. Давай, давай, садись, садись. Черт. Давай, громозека. Да. Если бы я ему еще урон наносил своими ударами. Вот это попал, так попал, блядь. Причем моб такой размером с босса, да? Кажется, я об него оружие быстрее сломаю, чем убью его. Схватка, смертельная битва, бля. Вот он Mortal Kombat. Завалил. Сразу 400 опыта, херак мне в кормушку. Да, ну там еще один, а там еще один, и еще один. Это что за хуй? Ну-ка, что это там? Ждите, как бинокль юзать? Слот для оружия.
Это дракон спит? Вот там? Блять, этот хуй сагрится сразу. В натуре это красная виверна, она там спит. Символично, что она там спит, потому что там живет Арштейн, древний драконоборец. И это один из боссов, который в начале игры убивается, и, в общем-то, несложно, но теперь к нему даже не пройти. Там, типа, псевдо-места, где можно якобы походить и попрыгать, но на самом деле нельзя. Да, если здесь они понаставили таких мобов, то тут пока что мне точно не пройти, а я думал, что нет, здесь можно пробежать их и рашнуть. Но смысла в этом пока нет никакого. Но я думаю, что... Блять, да, нихера себе. Я думаю, что для начала, в принципе, для первой серии достаточно, что, ну, как бы мы видим, да, что в игре есть изменения. Изменения... Убежища трусов. Изменения не абы какие, а вот реальные. Ну, в графике, может, никакой революции не случилось, но мобы, которые появились в игре тут и там, они просто... Они просто могут порвать жопец. Кстати, а как кузница открывается? Чё-то не понял. По-моему, надо как-то запрыгнуть. Как-то можно туда пройти. Я не помню как. Самоцвет жизни, душа солдата, все хорошо. Ха. А, Исюще, я бы принес тебе ключ, если бы... А, он продается, по-моему, этот ключик. У бабуси там. Ну, понятно. Ну, куплю его уже, естественно, в следующей серии. Так что что-нибудь жмите, что-нибудь напишите. Напишите его, в частности, имеет ли смысл полностью проходить эту игру. Как вам изменения, как вам вообще все. Что вы думаете о жизни и так далее. Так что, адьё.